Автоматизированная система на страже закона. Не первый год в Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. С тем, как работает всевидящее око, расскажет наш корреспондент Артур Мхце. Почти все, что происходит на улицах Черкесска, постоянно находится в зоне наблюдения системы «Безопасный город». Всевидящее око помогает полицейским контролировать ситуацию в региональной столице и при необходимости оперативно реагировать на любые противоправные действия. Установленный в середине прошлого десятилетия автоматизированный комплекс не раз приходил стражам порядка на помощь при раскрытии преступлений. В настоящее время на территории города Черкесска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на места массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений либо правонарушений сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств произошедшего, установлению лиц, причастных к совершению правонарушений либо преступлений. «Безопасный город» — это не только более 200 камер видеонаблюдения, которые расставлены в наиболее оживленных местах Черкесска, а также во многих дворах. Комплекс позволяет в течение длительного времени хранить полученную картинку. Если человек знает, когда примерно совершено правонарушение, есть возможность, так сказать, отмотать время назад. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. Совместное взаимодействие полиции и властей муниципального образования позволяет совершенствовать автоматизированную систему. Многократно доказано, камеры видеонаблюдения почти сразу делают просматриваемую ими территорию более безопасной. Полицейские надеются, что в скором времени «Безопасный город» позволит в режиме реального времени мониторить происходящее в любой точке республиканской столицы. А это в интересах в первую очередь самих законопослушных жителей Черкесска. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.